Также я прошу занять свое место в президиуме чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сербия, его превосходительство господина Чепурина Александра. Я попрошу занять место в президиуме личного представителя святейшего патриарха сербского Иринея, протоиерея Милутина Тимотьевича. Государственного университета. Ваше высокопреподобие просим. Также я прошу занять место в президиуме министра правительства Республики Сербия господина Александра Вулина.